Всем привет, ребята, с вами Владукс, а это новый ролик по игре под названием Heyday Pop, и в игре вышел новый сезон. В общем, а пока данной игры обновленной вы сможете взять и скачать в моем телеграм-канале, ссылка будет в описании, поэтому заходите, скачивайте, и сможете также без Google Play скачать себе на телефончик и поиграть в новую версию игры Heyday Pop. Ну а вы ставьте ваши лайки, пишите комментарии, и мы с вами будем играть и смотреть, что вообще в новом сезоне, в летнем новом крутом сезоне. Ну что ж, погнали! Итак, я надеюсь, что вы уже взяли и реально поставили ваши колокольчики, потому что колокольчики — это уведомление о новых роликах. Я уже заметил какое-то письмо, и здесь написано, что новый сезон. Так, Hey Popstars, ясно. Не хочу чекать еще информации, но я понял, что теперь добавили в игру даже вот письма. Давайте мы соберем все наши вот эти вот запасы, которые у нас сохранились за эти дни, которые не играл, да? Вот, звездочку забираем, а вы пишите, как вам новый сезон, кто уже играет. Вот, и кто как бы бросил игру, можете написать, будете ли вы в него возвращаться, потому что новый сезон — это круто. Но, конечно же, если, блин, не донатить, потому что донат слишком, блин, дорого, вот, выходит. У нас с вами есть здесь реально 5 жизней, и давайте мы будем сейчас идти в бой. Вот новый сезон, давайте мы заберем сразу сундук халявный, и нас выпали, в принципе, бонусы, больше ничего. Мы это забираем, и сезон будет идти, ну, он довольно-таки длинный, я навряд ли его пройду, потому что я играю редко, но если вы будете проявлять очень много активов, то я буду записывать очень-очень часто и попробую пройти его полностью именно бесплатно. Я думаю, что не каждый такое делает, а если кто-то снимает, да, то он берет и как бы проходит, думаю, вы понимаете, что заднат. Я также хочу создать свой клан, поэтому надеюсь, мы с вами сможем это рано или поздно сделать. Давайте мы возьмем пока один бонус и пойдем вместе с ним. Так, какой-то новый блок, шарик, и что он делает? А, реально? Видели? Видели? Серьезно? Слушайте, не, это прикольно. Это прикольно, это блин, даже как-то с ним попроще играть, чем они сложно, не? Вау. Короче, давайте мы сделаем сейчас. Раз. Бахнули. Так, два. Бахнули. И остается еще два. И мы их бам-бам-бам, и все. Нет, это реально очень круто. С ними играть как-то даже проще, чем было. Вот. И еще мы с вами даже откроем, видимо, сундучок. Так, давай-давай-давай, идем дальше. И здесь... А, окей. Давайте попробуем. Оп. 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 И... Оп. Все, видимо, сейчас будет изи победа. Я, по крайней мере, на это надеюсь. А вот, но я бы хотел бы бахнуть попкорн с каким-то бонусом, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Ладно, видимо, без бонуса сейчас полетит. И все, изи вин, но я хотел с бонусом, честно. А, блин, не хватило прям чуть-чуточку до звезды. Ладно, но подарок мы с вами забираем. Давайте нажимаем на него и коллектим его. Давай, оп. Жизни, динамит и краска. Ну, такое себе. Так, давайте с вами берем нашу взрывчаточку. Вот, и сейчас мы с вами будем делать красиво. Ничего себе. Бахаем сами так сразу. Вот. И давайте мы сейчас будем делать реально все по-красивому, потому что я хочу изи вообще победу. Я думаю, что вы это понимаете. Давайте бам-бам-бам. И все, смотрите, вау. Вау, не, круто. Но здесь мне надо шариками, да? Поэтому надо побольше шариков за одну атаку активировать. И тогда вообще кайф выходит. Вот. Так, давайте мы сейчас бахнем. Блин, я немного не так сделал, как я хотел. Ну ладно, я думал бахнуть побольше шариков, но, видимо, это будет изи победа, я правильно понимаю, да? Изи вин, мы с вами берем, побеждаем, опять-таки, не, блин, очень круто играть с шариками, а с ними довольно-таки реально как-то просто стало. Получаем с вами звезды, но это, наверное, начало, потом будет сложнее, мы с вами это все проверим. И идем с вами дальше, вот. Кто хочет попасть ко мне в друзья, пишите комментарии ваши, буду всех потом добавлять в друзья, обязательно, поэтому жду. Вот, и также скоро будет у меня здесь клан, клуб, как это назвать, я не знаю, вот. Но думаю, что я один из немногих, кто снимает эту игру. Поэтому, как бы, у вас выбора нет, куда вступать, поэтому вступайте в мой будущий клуб, так сказать, да. Вот. Я вас изи бачу, я думаю, да, поэтому вступайте, думаю, будет весело, круто, нереально. Так, что еще у нас с вами есть? Арбузики всякие, блин. Раз забрали, два забрали, и как мне забрать еще арбузики? Скажите мне, пожалуйста. Так, это мы с вами забрали, и все. Ух, не, ну пока довольно-таки реально просто, изи, я даже хпшечки не просираю. Получаем еще две звезды, три даже, да? А вот, и скоро мы с вами еще копилочку постараемся открыть. Открыть, да, открыть. А, так, давайте бам, и... А тут же как-то посложнее, смотрите. Так, хорошо, мы с вами бахаем так. Вау. Вау, не, реально прям что-то... Вау, а что так много? Что так много? Вот, давайте с вами бахаем. Не, пока очень с вами много арбузиков собираем за малое количество ходов. И пока все по кайфу.
А вот дальше я не знаю, что будет. Блин, давайте, оп. Давай, на, попкорна тебе. Все. Еще попкорна мы с вами бахнем. Еще и бонусом вот так, на. Бам, и... Ну, ясно, понятно, арбузики не смогли собрать. Ну, теперь мы с вами собираем, и все, как бы, опять... Я не знаю, как так? Почему-то реально довольно-таки изи в начале играть. Я надеюсь, дальше будет также изи. А, получается, мне еще и бонус, вау. Ого, и остается буквально 5 звезд до копилочки. Я надеюсь, я копилку сегодня на изи заберу, потому что, ну, это будет плохо, если не заберу. Получается, с вами бонусы. И да, с вами бахаем, опять-таки, бонусом вот так красиво. А, забираем с вами опять кучу сена. Так, давай, оп, оп, и... Блин, а вот сейчас посложнее будет, видимо. Но мы с вами все равно попробуем. Я думаю, мы с вами сможем развалить, навалять. Вот, да. Только мне бы сейчас бы побольше бы бонусов. И было бы супер-пупер классно нереально, но пока не очень это хорошо. Пожалуйста, давай. Делаем с вами. Вот так. Бам. 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 И давай. На. Все. И чуть осталось. Буквально два арбузика, да? Ну, почти два. А мы с вами еще пробуем это все позабирать по-красивому. Ну, не знаю, смогу ли я это все так сделать. Еще один остался, и я думаю, что это все, да? Да. А, и опять-таки берем, побеждаем. Получаем 1, 2, 3, 4. 4, 5 звезды, блин. Круто. А, у нас с вами пока идет винстрик, уже 6 винов подряд. И это прям бомба. Еще буквально одну звезду получить, и мы с вами сможем забрать приз, поэтому... Опа, пожалуйста, только попкорн не сломайте. Фух, фух. А вот это интересно. Берем с вами сейчас, бахаем так. И да, с вами сейчас сделаем пока без попкорна, потом с вами попкорн еще заюзаем. Успеем заюзать. А вот, поэтому да. А, так, с вами пока делаем вот так, по-красивому. Я буду пока без попкорна, чтобы было потом план Б у меня был. Вот. Так, что у меня здесь есть еще такого? Угу, забираем еще один. Вау, хорошо, бонусов очень много. Но... блин, ладно. Давайте с вами сейчас бахнем все-таки с попкорном. И попкорн, кстати, я сделал тупо, да? Да. Я ступил, сделал тупо. И, видимо, это была сейчас моя ошибочка. Ой, ладно, 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 ладно. Я думаю, сейчас с вами этот вопрос решим как-то. А, по крайней мере, я на это надеюсь. Да, оп. Далее, мне бы сейчас еще фиолетовую бы собрать вниз. Блин. Видимо, сейчас будет какой-то слив у кого-то, да? Так, опять попкорн. Да, попкорн, можно мне еще один бонус, пожалуйста? Попкорн, можно бонус, пожалуйста, попкорн? Пожалуйста. Так, оп, и давай. Вот сейчас, пожалуйста. И, блин, сколько семян. Нет, видимо, первый луз, потому что я плохо завязал попкорн с самого начала. Ладно, рано или поздно я по-любому бы слил, поэтому окей, давайте мы попробуем еще раз, вот. Ну, мы с вами сейчас сделаем по-умному. Раз. Далее мы с вами сейчас сделаем два. И вот сейчас мы с вами будем делать чуть-чуть поумнее. Потому что надо играть поумнее, блин, не как я. И вот так мы с вами делаем, тоже по-красивому. И. Так, раз, два, еще. Опа. Как много попкорна, смотрите, раз попкорн. Давай, раз попкорн. И только раз, а второй не сломайте. И два попкорн. И... А куда пропал, я не понял. А почему мне забрали второй попкорн? Как, почему, зачем, я не понимаю. Два попкорна. Три попкорна, серьезно. Давайте с вами пока сделаем так. Сейчас мы можем 4 даже сделать, если бы не арбузы, блин. Арбузы, я вас ненавижу, честно. Я вас ненавижу, арбузы. Так, с вами берем, пока сделаем так. А, вот. И. Сейчас мы с вами делаем вот так. Вау. Красиво. И давай. Сколько арбузов, блин. Ладно, бах. Бабах. Бабах. И давайте сейчас еще раз бабах сделаем с вами. Я думаю, что это должен быть изи вин, да? Да, все, изи. А, пишите в комментарии также, до скольки вы прошли уже уровней. А вот, мне будет также довольно-таки интересно это почитать. И давайте свинку откроем. Свинка, давай. Открывайся. А, так, что мне дадут? Давай. И... Вау. Мы с вами берем, получаем 3 дополнительных жизни. Окей, давайте, я забираю. Мне это надо. А вот, и дальше будут монетки, но монетки я не очень хочу, если честно. Вот, мне жизни, конечно, получше. А, так, давайте мы пойдем в еще одну каточку.
Попробуем здесь уже рыбки, блин. Ну рыбки прям такое, я бы даже сказал. А куда у меня пропал? Ясно, понятно. Угу. А, меня взяли и попкорн стырили, алло. Попкорн верните, блин. Изверги, верните попкорн, пожалуйста, изверги, блин. Вот, мы с вами сейчас подождем. И бахнем с вами прям нормально, чтобы было. Давай, оп, бахнули, на, блин. Сейчас, как же много арбузов опять. Попкорн, стой. Ясно. Попкорн. Я думаю, что это изи вин, да? А, блин, ладно. И давай, все. Фух, я думал, мы с вами сольем, но нет. Я смог. И мы с вами забираем еще звездочки. Еще бонусы, блин. И почти мы с вами апнули еще один уровень. Да, с вами его сейчас реально апнем. Вот, но у меня пока довольно-таки мало, блин, монеток. Потому что монетки я еще пока не получил. И мы с вами пока не можем ничего сделать, ни клуб открыть, ничего сделать. Но это реально жалко. Максимально жалко, мне надо куча монеток для того, чтобы открыть свой клуб. А вот, свой киберспортивный клуб по хэдэй-поп, я думаю, вы понимаете. Киберспорт, все дела, да, хэдэй-поп, угу. А вот, и как бы мы с вами пока проходим. А главное нас с вами, это реально, давай, оп. И мы сейчас с вами сделаем вот так по-красивому. Забираем прям кучу рыбок, смотрите. Вот, и мне бы сейчас бы еще позабирать кучу арбузов. Было бы прям неплохо, честно. Раз, два, три, и пожалуйста, нет, не иди, вот. И что сейчас будет? Давай. И один остался. Все. Блин, как же сложно. Так, мы с вами берем, опять-таки это все забираем, 3 звезды еще к нам прилетают. И все, новый уровень. Монетки забираем, там еще будут монетки потом. А сколько стоил клуб? 400 вроде бы, да? То есть я не смогу открыть. Давайте попробуем, как мне выйти из клуба, у меня первый новый вопрос. А вот, Лива. Так, берем сами, да, выйди ты. Все, выходим и сколько стоит создать? Сколько? 400, блин, надо еще много. Ну как много, еще буквально один уровень Battle Pass пройти и все. А здесь идем с вами последнюю карточку, скорее всего. Вот, и будем с вами потом уже потихоньку заканчивать, потому что тут уже, блин, посмотрите на эту локацию, она прям очень лаганая, очень огромная, смотрите. Мадам, кто говорит, что эта игра неинтересная, просто посмотрите на вот эту локацию, блин, как бы. И помните, как ее пройти, я вот тоже не знаю, поэтому игра этим интересна. Здесь реально есть разнообразие, его добавляют постоянно, и это реально прикольно. Если вам нужно побивать время, и как бы у вас там телефон, например, не мощный, да, чтобы бегать Brawl Stars, потому что там кучу всего добавили на Brawl Stars, что у кого-то реально может быть лагает, то есть именно вот такие вот игры, как Hayday Pop. Посмотрите, сколько просто сейчас взял и получил бонусов, блин. Так, давайте мы сейчас берем, активируем. Ладно, попкорн раз полетел. Далее. Бам-бам-бам-бам. Сейчас мы с вами попробуем второй попкорн бахнуть. Давай попкорн еще один, пожалуйста. Давай, попкорн. Давай, оп. И оп. Смогу, нет. Я хочу с бонусом взять, я не могу. Вот сейчас с бонусом бахаем. Бахаем попкорн с бонусом, все, это полетело. И опять я попкорн, видимо, просрал, да? Ну блин, ну куда попкорн? Ну почему у меня, когда один попкорн активируется, второй пропадает? Я считаю, это реально нечестно, блин. Они даже активируются по очереди, они вот так вот, блин. И типа сейчас могу взять из этого слить. Ну алло. За что? Игра, за что? Почему? Давайте мы пробуем сейчас переиграть, скорее всего, потому что, ну, я хочу победить. Или нет? А, мы с вами выиграли, слушайте. Как мне так везет, я не понимаю. А может подарок мы с вами еще заберем, а? Еще один. А вот была не была, давайте с вами заберем еще один подарок, вот реально. Почему бы нет, для вас контент, а мне, в принципе, сложно поиграть еще пару минуточек дополнительных, да? Вот, просто с вами сейчас забрать еще чуть-чуть подарочков. Потому что, опять-таки, для вас контент, мне не сложно, вот. Главное, чтобы вы проявляли активчик и писали в комментарии, кто играет в Hayday Pop, пишите обязательно. Но потому что я реально вроде бы один снимаю ее из ру, да? Вот, поэтому, вот. Мне будет реально интересно, кто еще играет, кто вообще меня смотрит, кто ее гуглит, я не знаю, там. Вот, поэтому пишите. Ну, а мы с вами сейчас, видимо, сольем, потому что у нас с вами очень мало ходов. И как бы, да. А вот, мы с вами взяли вот это вот, выиграли, блин. А как бы, что мне делать, вот, да. А у меня есть молотки, у меня есть это все. Давай с вами бахнем сейчас вот так. Перекрасим это все. Бахнем так. Далее мы с вами бахнем так. И, давай, оп. Далее мы с вами, оп. Ну, блин, ну у меня очень все плохо, смотрите. Прям очень все плохо, блин. Да, мне не хватит.
Мне просто-напросто не хватит ходов, потому что, ну, видите, да? У меня там еще арбузики появились, и это как бы все. Так, просто с вами уже последний раз, если мы сейчас с вами проиграем, то уже в следующем ролике мы с вами будем получать вот эти вот все наши бонусы, да? Вот, поэтому, ну, смотрите ролик, блин, до конца полностью, ставьте колокольчики, чтобы не пропускать новые видосики, потому что, как бы, это реально важно. Важно, нереально важно. Так, оп, бахнули еще раз. И, да, блин, алё, почему меня постоянно забирают бонусы? Верните мне бонусы, пожалуйста. Вот, я беру и просираю бонусы просто в никуда, из-за того, что мне просто игра говорит, нет, я их заберу, блин. Я такой, ну, забирай, да? Вот, я ничего даже сделать с этим не могу, блин. Особенно, как попкорн забирают, это вообще обидно. Попкорн — это самое, наверное, обидное, что могут забрать. Так, с бахаем. И. Как мне проходить сейчас? Блин, как мне пройти это все? У меня два хода. Я могу сейчас взять, сделать раз. Сделать два. И сделать что-нибудь вот такое. Все. Изи. Я, честно, думал, проиграю, но смогли вытащить. И, блин, последняя карточка для сундука. Давайте. Давайте, последняя карточка. Блин, тут мед. Мед, кстати, прикольная штука. Только главное, тинтишечку мед не забираем. Мы, пожалуйста, хорошо, да, спасибо. Если вы не забираете ни одного меда за раунд, то как бы он дальше распространяется и забирает ваши, блин, поинты. Поэтому надо мед забирать обязательно. А вот. Блин, ну господи, тут мячиков реально. Мячики — это прикольно. Мячики — это кайф. Мне главное забрать весь мед, потому что мед вот сейчас будет опять распространяться, потому что я не могу его тупо забрать. И как бы вот в чем проблема. Или нет, или не будет, кстати. А, не, слушайте, мед пока не идет никуда. Прикольно, хорошо. Но я пока не могу даже забрать мячики. Мне просто не дают мячики даже забрать. Заберите мячики, дайте мячики забрать, пожалуйста. Давайте по мячикам бахнем, мячики полетели. И как бы вот, вот так, да. А, мед можно забирать только именно блоки, да, а не шарики. Поэтому понятно. Ну, блин, ну и как мне... Мда. И чем сейчас сделать? Типа, я уже ничего сделать не могу, у меня один ход, и как бы... все, ну за что? За что? Все. Мы с вами закончили, думаю, в этот раз, потому что ролик затянулся, вот. Кто хочет новый ролик, где мы с вами создадим, скорее всего, уже клан, то пишите об этом в комментарии. Также забывайте тыкать на колокольчик, потому что колокольчик — это уведомление о новых роликах. Колокольчик находится около кнопочки подписаться, поэтому берите и тыкайте обязательно. И тогда не будем пропускать мои новые ролики, вот. Опять-таки, АПК можно скачать в моем телеграм-канале, поэтому ссылка в описании. Там будет АПКшечка. Ну а с вами был я, Владукс. Всем пока-пока. Жду ваши топовые комменты. Все, всем пока.